Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что будет в пост-шоу проекта «Холостячка», а именно в последнем пост-шоу. И, конечно же, всех интересует, остались ли вместе Ксения и Эллард. И напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, за кого вы болели. Для начала расскажу вам, как сложилась жизнь у других участников. Назар делает вид, что он помирился с женой, помирился с ребенком. Очень часто постит огромные пиццы у себя в инстаграме. А его жена, оказывается, вышла замуж 20 октября. И вроде бы как бы за Назара, но на самом деле нет. Просто вышла замуж. Лёше сделала девушка предложение. Ну так показали в анонсе. Но ну, вы же знаете, как работают анонсы СТБ просто для того, чтобы заинтриговать. На самом деле это профессиональное предложение, связанное с географией. Также в анонсе показали, будто Артем и Сергей продолжают огромнейшую конкуренцию. Напомним, Артем это спортсмен, который ударил Сергея, а Сергей выиграл у него в спортивном батле. Я понимаю, Артем, оно обидно, это твоя профессия, ты спортсмен, и тут тебя простой человек обыгрывает. Но это противостояние всего лишь для вида. На самом деле они так поддерживают свой пиар. И, конечно же, всех интересует, остались ли вместе Сеня и Эллерт. Так вот на этот вопрос я уже отвечала в предыдущем видео. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, за кого вы болели. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!